Всем приветики. Вот я заказал себе дополнительный поп-фильтр. Хоть у меня есть на микрофоне, но это не для микрофона, а для штатива. И сейчас мы его вскроем. И записи станут лучше. Вот он, поп-фильтр для микрофона. В такой коробочке пришел. И предназначен он для того, чтобы защищать от резких задуваний в микрофон. Резкий воздушный поток. Вот я заметил, что я когда записываю на телефон, то слышно порой, как ветер задувает в микрофон. Именно для этого я купил поп-фильтр, чтобы поставить его на штатив. Вот. Профессиональный поп-фильтр. Так, как он тут открывается? Там уже у нас ничего нету. Кстати, он запечатан. Упаковка, должен сказать, хорошая. Во-первых, в пупырке было, а во-вторых, вот это все запечатано, то есть никто не вскрывал, то есть с завода. А то бывает, с Wildberries'а закажешь, оно придет, все вскрыто, все помято, как будто кто-то уже открыл, не понравилось, назад отправил, и тебе такое прислали. Оно что же неприятно после кого-то? Ты вроде новый покупаешь, а оно БУ. Ну как, не БУ, но кто-то уже посмотрел, потрогал, и неприятно. Вот он такой поп-фильтр. И по идее это ставится перед микрофоном, чтобы когда ты говоришь, поток ветра останавливался этим поп-фильтром и не давал задуваться в микрофон. Вот. Получается вот эта штучка. Она железная. Вот это. И болтик железный. Здесь гаечка пластмассовая. И эта штучка пластмассовая. Здесь такая мягенькая, типа поролончик. И это зажмется на штативе. Это тоже железно, а это такое мягкое. Ну, вроде железо, но внутри какая-то проволока мягкая. Но тоже, наверное, железная. Это пластмассовая. Ну и поп-фильтр тканевый. Причем он вроде даже двойной. Да, он двойной. А это круто. По-моему, тот, который у меня на микрофоне стоит, одинарный. Может, тут на микрофон поставить? Вернее, этот на микрофон поставить, а тот сюда? Я, кстати, не знаю, какой у меня на микрофоне. Надо посмотреть. Ну, в общем, да. На микрофоне у меня точно такой же двойной. А я почему-то не знал об этом. Только сейчас это понял. И, кстати, как можно проверить? Вот фонариком, ну хотя да, вот уже видно немножко двоится, но плохо видно. А вот хорошо видно лазером, вот оно, видно две точки. Первая точка через первую ткань, вторая через вторую проходит. Вот оно двойное. Лазер хорошая штука, может подсветить всякие мелочи. Вот, ну и в общем, будет ставиться на штатив. Ну все, вот такая вот конструкция на штативе. Мне кажется, я гений, никто так не додумался еще. Я еще ни у кого не видел, чтобы на штативе стоял поп-фильтр. Обычно поп-фильтр вон там, на микрофоне. Вот он мой микрофон. И вот он поп-фильтр. И у всех так.
Но я ни у кого еще не видел, чтобы поп-фильтр стоял на штативе. А я додумался, ничего себе я гений. Вот он штатив стоит, вот она ножка, за нее крепится. За нее крепится поп-фильтр. И вот сюда идет, здесь как раз я буду я такой, что-то там рассказывать. И вот эти все мои задувания не будут попадать в микрофоны. Ну, то есть можно прямо сюда упереться губами, и тогда оно будет... Ну, или губы могут быть вот где-то здесь. И тогда весь воздух будет разбиваться и разлетаться в бока. И сюда не будет в микрофон попадать. Ну, у меня просто микрофон справа и слева. И оно вот, когда говорю, бывает задувает либо туда, особенно если головой вертишь. А так говоришь, говоришь, и все. И вот такая конструкция. Мне кажется, гениально. Вообще гениально. Вот этого мне не хватало. Теперь мои записи будут без задувания ветра в микрофон. А то, когда я сам прослушиваю свои записи, порой неприятно, что ветер задувает в микрофон. Ну, а теперь такой проблемы не будет. Дело сделано, капитан. Дело сделано. Проблема решена. Вот, так что... Такая вот конструкция. Именно для этого я покупал дополнительный поп-фильтр. Потому что на микрофоне он есть и помогает. Хотя бывает, порой я так сильно дую в микрофон, так активно рассказываю, что все равно задувает даже... Даже не помогает то, что у меня просто микрофон стоит прям, вот прям рядышком. А должно, ну, наверное, на таком расстоянии стоять, тогда задувать не будет. Вот. А здесь так точно теперь задувать не должно. Вот, так что такая вот покупочка. Кстати, он качественный, он реально качественный. Обычно с Wildberries, что им закажешь, оно такое, ну, не сказать, чтобы качественное. А здесь я бы сказал бы, что качественное, потому что, ну... Ну, на вид все такое вроде нормально. И самое главное, что пакетик запечатанный. Но не то, что как в Wildberries сейчас такое бывает, как будто тебе чей-то возвращенный товар прислали. Там все скрыто, все поперетрогано. Вот. Так что такая вот покупочка по фильтру. И записи будут качественнее. Ну, а на этом у меня все. Всем покедова!